Саня первый ушел. Еще двое. Найс! А Кэр Драгонс на трек! И плюс кейс еще ГГ! На минуту чел! Но у нас, как всегда, как никак, как легендарные какие-то баги, моменты, которые стендов нам вообще... Я не знаю, вы когда-нибудь видели у нас необычную катку? У нас всегда что-то происходит странное в катках. Всем квакаё, братва! Мужики, мы уже запустились в легендарный матчмейкинг, и я готов, пацаны, вам рассказать нашу тему. Я покупаю все скины, из которых меня убьют, но только 100-трек-версии. А еще самое главное условие — нам нельзя с вами закупаться. Мы можем брать дроп только с противника, пацаны, поэтому готовьтесь к максимальному... Повтори последние слова. Что ты сказал? Дроп только с противника, нельзя закупаться, ни броню, ничего. Короче, тащим жестко. Надеюсь, там не... Я ливаю. Короче, кикнет. Осуждаю, сейчас случайно кикните и меня забанят, алло. Я бы рад был вместе с мной. Мужики. Кто-то проголосовал, чтобы мне кикнуть, понял. Меня тиммейты хейтят. Найс. Не-не, это я был, брат. Мужики, тащут! Блин, надеюсь, не сажай меня. G22 Inferno. Окей. Покупаем его и плюс кейс, потому что он, наверное, дешевый. Ну чё, пацаны, первая смерть. Самый дешевый скинчик нам выпал в первом же раунде, поэтому везет. Покупаем в честь такого кейсика, потому что реально, зачем иметь дешевый скин, если можно реально поиметь хороший ножичек. Правильно, пацаны? Ну чё, пацаны, аниме? Найс. Блин. Ладно, летим дальше. У нас мужики слились. Вы чё так рано слились, пацаны? Ну так один слился, ты чё? Так он... Важную позицию отпустил. Он сов. Давайте проверка. Я не двигаюсь. Просто стою и проверяю. Вообще нечитаемая позиция. Он ему инфу говорит или что? Не могу понять, что это? Почему они сразу меня чекают? АКР Спортс Т-трек, получается. И плюс еще кейс. Это вообще разнос полный, пацаны. Разорение начинается прямо сейчас. Забейте. Вторая смерть. АКР Спорт Т-трек, пацаны. Ура, кстати, не так дорого, почему-то думал, около 600 голды стоит, окей. Так как нас со статрек убили, поэтому мы еще кейсик в честь такого должны купить. Давай, также ножичек, пожалуйста, купи нас сегодня. Пожалуйста, рарка какая-нибудь дешевая. Я понял, все, летим дальше. А мы проиграли бы, в курсе? Но зато Данёка бомжом станет нормально. Если там реально читак и мы быстро сольемся, то можно, в принципе... там реально, слушай, за стенкой. 3 на Б, 3 на Б. Мужик, а куда бежишь? Спасибо за дроп. Где противник? Найдите мне противник. Он угорает? Кто до сих пор без скина играет на АКР? Это нормально? Тогда Фуриус кейс, гоу купим. Давай, Фуриус кейсик. Полетели покупать. Третья смерть. И, как и обещал мага, открываю Фуриус кейсик ради тебя. Сейчас смотри, керамбит клав сейчас падает. Пожалуйста. Керамбитик за... О! Пацаны, дроп, который сегодня я куплю, или что-то жесткое с кейсика выпадет, мы по-любому разыграем. Поэтому, пацаны, кто еще лайк не поставил, 15 тысяч лайков, надо минимум набрать. И мы многое из этого видосика, я думаю, разыграем. Погнали. А ты где взял? Ты с противника нашел, что ли? Да. Нормально, ну слушай, в честь такого можно и затащить клатч. Давай, ты сможешь, мы в тебя верим, все тимы. Ладно, бро. Там чел просто без смертей, 6-0 идет. У нас пацаны, которые с дропом играют, они никого не могут убивать. Я на первом месте, это адекватно вообще? Я до сих пор тут могу проваливаться. Что? У меня, походу, до конца катки этот баг. Что за фигня? Пацаны, нормальная тема. Не буду, пожалуй, пользоваться. Это. А как мне обратно подняться? Пацаны, как мне обратно подняться? Помогите, я хочу... Спустился, да? Посмотри, как мне обратно подняться, чтобы не обходить через всю карту. Ну, попрыгай еще. Ну да, попрыгай, дружище, там всю команду убивают, попрыгай. Так я пытаюсь... там пацаны со спасом, слышно? Не, садись из лестницы, вдруг он пойдет обратно через мид. О, давай. Да зачем ты его... Нормально, я просто могу постоять, попрыгать в текстурке, пока пацанчик со спасом будет тащить. Спасибо, стендов, спасибо, что мне обеспечивают такую возможность. На морали жестко бежим, пацаны, просто пушим. Ой, опасно. Найс! Мага, помогу. Второго вниз. Помог почти. Я без дропа затащу, чекай. Отставьте меня, покажу как надо. Отставьте. Нифига он уворачивается. АКР Драгонс на трек. И плюс кейс еще ГГ. Это полное разорение, мужики. Ну что, следующая смерть и полетело разорение. АКР Драгон. Мага, Павляра, это... С четырьмя накликами надо было. Да зачем? Нам нельзя разоряться. Мы уже в начало такое разорение происходит. Так, у нас, во-первых, из-за того, что АКР Драгон, статрек, мы еще кейсик должны купить. Поэтому давай сразу Эмпайр. Потому что Эмпайра что-то давно не было. А перчатки, как говорится, тоже давно не выпадали. Стой! Стой! Статрекин! Нет, отмена, отбой.
Блин, ну, кстати, один кейсик, два кейсика купили, нормальная тема, летим в катку. Прикинь, если мы это выиграем еще без дропа, это вообще будет какое-то филитоколичико-то комедия, понимаешь? Ты о чем я тупоголовый, ты не очень кого-то. Ты когда такие слова говоришь, и так смешно нож вертишь, это знаешь, как-то странно выглядит. Сы, я могу часто такое говорить. Ты готов к такому? Не. Мой мозг еще к такому не готов. А, пацаны, у меня реально на всю ка... Йо, что? Интересно, я могу дальше пройти? Нет, 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 там дальше нельзя. О-о-о! На миду, на миду, чел! Чел! А вы тебя забаньте. Забирай. Пожалуйста, разработчики, не баньте. Я пытаюсь вылезти, а оно само мне сюда кидает. Вообще этого не хотел, если честно. Забери дроп, залезь обратно в нору свою. Спасибо за доставку дропа. О, чекай, доставка дропа сработала. Вон он! Да-да-да, там. Я кого прострелил, подожди, я не вижу его. А, как запомните. Как зашел, выйди там, где зашел. Выход где, с другой стороны, о, до лестницы. Вон он, видишь его? Он зашел за тобой. Вон он, давай, бро, попытайся. Блин, я надеюсь, это первый и последний раз, что мне игра не дает проходить в сторону из-за этого бага. Пожалуйста, Сандов, после того, что я провалился... Кстати, я аж засейвился, калаша, кстати. Это тактический сейв, пацаны. Тактическое отступление, короче. Но у нас, как всегда, как не катка, так легендарные какие-то баги, моменты, которые Сандов нам вообще... Я не знаю, вы когда-нибудь видели у нас необычную катку? У нас всегда что-то происходит странное в катках. О, кстати, я пофиксил. Нормальная тема. Если что, разработчики, у вас есть мои контакты, нанимайте на работу фиксером. Найс! Вытащил раунд. Мне кажется, это под Б будет. Я сейчас все сделаю, пацаны, ждите. Я слоу хп затащу. Да иди вернись туда, зачем ты Рика бросил, алло? Где дроп? Да нету тут дропа, я вообще никого тут не трогаю. Мид, 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 бомбой! Надеюсь, они на Б придут, пожалуйста, на Б. Это... Не может быть. Не, там, а чисто они на пойдут. Так Б тоже чисто для них. Они же не знают инфу, если без щитов. А, они знают инфу, ну, да? С читами. Я испугался. Придется кейсик в честь такого открыть. Так, следующая смерть и опять кейсик, пацаны. Пожалуйста, в этот раз это бабочку выбей нам. Или тоже что-нибудь арканочное. Слышь, неплохо сегодня кейсы дают. Что за фигня? Стендов сегодня прям в честь нашего легендарного челленджа выдает нормально. Летим в каточку. Пацаны, давайте, нам еще 8 раундов выиграть, не тупите. Пошлите на лонг, спрячь. О, пошлите все в нычку на лонг встанем. У кого какую? Дропа нет. В карман, пацаны, алло. Вы где? Ой, это Б, это Б. Оно, алло, они все тут, спасите. Давайте, отвлекайте их, отвлекайте, я все сделаю. 3-3-3 там. Давай, Даня, первый ушел. Еще двое. Найс! Отлично, я дропчик нашел. В кейсы зашел, в кейсы зашел. Блин, ну так идеально, пацаны, как вы слились все, как у нас пацаны с дропом сливаются вообще. Вы боитесь или подышу все время? Да нет, я не про вас, я говорю про пацанов, которые с дропом играют и не могут киллов сделать, приходится за них тащить как-то. Я не понимаю. А, кстати. Тебя с хаешки убили. Да, кейсик, кейсик, честь такого летим открывать. Какой, с хаешки нужно 5 кейсов. Так, пацаны, следующая смерть и 5 кейсов у нас в карманчик летят. О, реально? Надо было тебя чаще с хаешки тогда. Да-да-да. Стой! Статрек! А чё с дропом? Почему ты так везёт? Нормальная тема, пожалуйста, еще. Или чё? Ещё, ещё! Там может быть 3 нажать тебе сразу? Нет. А, ну всё. Забаньте его, забаньте его. Надо было его кикать, Дригеш, тебе говорю. Давай сейчас по факту. Пацаны, не, еще рано кикать, давайте этот, доиграем катку как-никак. Что? Ну чё по дропу? Чё он байтит меня, Стендов, алё? Ладно, летим в катку. Пацаны, пожалуйста, давайте соберитесь, надо за то, что я так тащу, всеми прям зубами захватиться за победу. Понял, пацаны, спасибо! АКР Спорт, статрек, понял. Покупаю плюс кейс и со статрековский АКР. Давай, пацаны, тащите. Найс, мага, нифига ты. Лучший. Ладно, пока пацаны тащат, я пошел покупать АКРчик. Чё, пацаны, как всегда, новая смерть. АКР Спорт статретчик уже не первый раз, как говорится, у нас имеется этот дроп. Поэтому АКР Спортик мы по-любому разыграем. Так, и еще один кейсик в честь такого. Давай. Но кейсы надо сегодня было... вообще радуют. Кейсы сегодня радуют жестко. Надо поэтому... было с тычками, там хорошо падает. Кстати, да. И в следующий раз, если будет такое, тычки, летим в катку. Чё, просто выкинул юзм в окно. Найс. О, камбэк, кстати, осуществляем. Давайте, главное сейчас пистолетку выиграть. У нас есть шанс на пистолетке сделать все по красоте. О! О! О!
Пошлите Тёмку, Тёмку все, как всегда, да, знаете. Да, 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 Тёмка на пистолетке у нас всегда залетает. Чё, Мага, с тобой в мид тогда заходим, честь такого? Давай, пацан, давай, пацан, давай, пацан. Давай, давай, фастом. Ва, они тут все, они. Залазь, залазь, залазь. А, понял. А, за стенкой! Настя завалился просто, как медведь упал. Я понял. Я не хочу покупать такой дешевый скин, поэтому два кейса покупаю. Забей. Так, пацаны, новая смерть. Два кейсика покупаем. Сразу Empire и Шарпик. Одно из двух всегда выдает. Надо только с тычками тебя тычки бать. Нет, нет, нет. Я тебе говорю, вот эти два кейса, это самые окупные кейсы сейчас. Статрек! Статрек. Окупается, если статрек. Понял. Ладно, летим в катку. О, у Рика маленький пинг сегодня 166, а ну утащи Рик за это. О, мужик. Давай, Рик, ставь плент, у тебя пинг 166, и я всех убью, давай. А, найс, плент поставил. Я дал минус 2, говнюк, ты еще. А, он на префи выходит, он с автом, я его! Осуждаем. А, там пацана нашего, который с дропом гоняет, убивает Сьюспа, это я понимаю, там пацаны тоже играют без дропа, как я понял. Помогите, алло! Давай, я иду, иду, иду к тебе. Давай, я пончу, а ты прикрывай. Аккуратно, лонг чекай. О. Найс, лучше. Забирай дробаш. Там пчелы, походу, выкупили, что мы делаем, я оружие не покупаю. Спасибо, пацаны. Апсы ласт. Бабугам, статрек! А сколько она стоит, статрек? Это жесть, пацаны. Следующая смерть. У нас М-ка Бабугам, статрек. Покупаем. Летим в катку и, надеюсь, я больше не сольюсь с эмки Бабугам. Все, погнали. Я вообще не понимаю, как у нас пацаны сливаются, когда я там пацана полностью налечил. Что это за катка? Я фулл флэш дал, минус 29, добейте типа, иду, пожалуйста, лонг, иду добивать, карман, иду добивать. Карман, Даня, карман слева выжил. Отлично, хорош! Спасибо за дроп. Отлично, выжил. Пацаны, тащу, отлично. На полном скиллухе сегодня. Все, последний. Где он? О, нифига, нифига ты закинул, я, кстати, пуэнт ему. Лучшие мужики, камбэк легендарный наступает на наших экранах. Отлично, пацаны. У меня М-ка засейвлена, я могу тащить. Осуждаем, нельзя брать дроп тиммейта. Мага, дай ему. Нельзя я только. Не так он брал, сам дропнул. Его же даже никто не просил. Да все равно лучше только с противника брать. Тогда минус 56 там. А, меня поймали! Ладно, идем покупать. Разорение сегодня просто ггшное полное. Все, лох, твои надежды были призрачными. Опять тебя с Эмкой Баблгам, да, развалили? Самый прикол, это следующая смерть. Это полная жесть. Я не знаю, я уже разорил почти 5000 голды, пацаны. Покупаю. Не, ну нормально, давай еще раз. А, нет, кстати, 5000 голды ровно разорил. Еще раз от Эмки Баблгам надо слиться. Летим в катку. Я не понимаю, это разорение просто... Как будто в одни ворота. Я просто как будто сливаю всю голду еще и сливаю катку, потому что у меня пацаны не могут адекватно сыграть. О, дефает, нет! Шел, убежал, убежал. Лети! Прыгай! О! Фига. Чего? Учила бронированные трусы. Нормальная тема. Чего, чего в шоке у нас? Чего? А он, гляньте, до сих пор там на плиту. Гляньте, гляньте, понимаете. Ничего! О! 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 На Б, погнали на Б. Давайте, давайте, я с вами. На, ты с нами? И пошел, да, мид. Я пошел, чтобы расписаться на миду. Идем плент, мы вдвоем. Да, тут слева, слева маг был. Я за стенку. Во-первых, я за стенку зашел, а как я вообще за тобой умер, если я за стенкой? Там не знаю. Так, пацаны, дефолтная эмочка, кейсик. Так, что у нас? Шарп, маг, говоришь, выдает. Давай, шарпик, шарпик, шарпик. 100%. А, не, мага, забей, сегодня без шарпов. Да не, она просто забагалась, давай еще один. Один на Б. Понял. Иду покупать. М-ку Иммортал. Пацаны, следующая смерть. М-ка Иммортал. Я, кстати, даже не думал, что статрек-версия так дорого стоит. Это просто гоблина. Погоди, пацаны. Я правильно понимаю, ты его разыграешь же, да? Пацаны, ну если... Ну, в принципе, если 20 тысяч... А реально, давайте, 20 тысяч лайков, то разыгрываем. Пацаны, давайте, кто еще лайк не поставил, прямо сейчас ставьте лайки. Пацаны, давайте. Все, жду с вас лайк, каждый. Все, летим в катку. Найс, лучше, мужики затащили. А, вы уже, я смотрю, все с дропом гоняете, все повыбивали дроп с противника. Один я чисто лох. Держи, брат, держи, я тебе дропу. Не-не-не, надо. Да вот, держи. Нельзя дропать. Ну возьми, ну пожалуйста. Да, мы тебе скинули, да. Ну возьми, Данек, на, вот, лок, забирай. А, помогите, спасите тут чел! Он в тёмке, пацаны, готовьтесь. Давайте, все в тёмке, готовьтесь. Go now, бежим. А прострелите, прострелите. Один в плоту, кик. Сейчас я Б убью кого-нибудь по красоте. Мужик, куда собрался? Как он выжил? Моего добил. Там еще один, там еще один. Накажу его. Давай, Дань. Так, хорош. Есть. И где? Еще один. Всё, последний на. 6 патронов для него оставил, кстати. Рик, оставь мне его. Не-не-не, кишка. Я покажу, как надо. Стой, 6 патронов для... Покажи ему. А, он на префе. Понял. Префаеры, конечно, лучше. Давай, братик, выиграй, мы пойдем открывать. Плиз, ты обязан. О, дефает, мужик, быстрее беги.
мужик? Да тут все нормально. Ух, просто на волоске раунд, это жесть полная, пацаны. Смерть слишком изичная, дешевый дропчик, покупаем кейсик, даем еще один шанс шарп кейсу и... Ну! И фигня, забей, летим в катку. Мужики, а вы где все? Я че один на пошел? Ай, пушим его мага толпой. Найс! Nice. Хорошо, там юмпик. Я забираю, дай мне быстро. Ай, да, слабый. Да, да. Еще есть, а. Давай, мага, выходи, только не слей. Он справа. Близко, мага. А, на префе! P90, понял. А, я один оставался. Мага, слил. Да я один сдох. Что я сделал? Мог бы затащить. Разорение сегодня просто гоблинское. И плюс еще и катка слитая, пацаны, пожалуйста. Кто еще лайк не поставил, пожалуйста, поставьте прямо сейчас лайк. Все, летим покупать кейсик последний. Ну что, пацаны, мы разорили звание, разорились вообще на 10 тысяч голды практически. И последний кейсик покупаем. Полетели. Надеюсь, последний в этом году кейсик мы открываем, иначе мы реально до конца года все разорим. Если на берем очень много лайков, за короткий промежуток отвечаю. М-ку и Мортал мы разыграем 100%, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на каналы наши, и всем до следующего видосика. Всем пока! Пока!